Вот Зубарочка сидит, наблюдает за рыбами. Рыбы завтракают. Нафиг все взбаламутили. Я вчера воду меняла. Самые вон мои красопеды. Смотрите, какие у него рога вот у этого белого. Это скалярия самая большая. Всех гоняет. Да, что-то плохо вчера, видимо, почистили дно, потому что какая-то муть. В общем, 2 месяца назад я ж купила 5 видов травы. Все сожрали. Это такая бомба осталась, но, наверное, только потому, что она очень жесткая. Барочка, такой, скажи, что происходит в этом мире. Да вот рыбы таблетки у самов тут подъедают. По нижнему этажу плавают. Свой-то корм они уже срубали. Скалярии вот в этих мне в карантин подарили. Малюсеньких. Ну, как выросли. Я скалярии никогда особо не любила, но как-то вот. Я теперь не могу ни неонов купить, ни этих гупешек. Последняя партия неонов прожила 1 ночь. На утро остался 1 неон. И потом он пропал. Сожрали всех. Субара, очень интересны эти ваши рыбы. А еще вот там лапами бы побулькать.